пантомимы делают. То есть вот это пам-пам, пам-пам. Уперся. Ну да. Вот типа по стенке иду. Ну ты себе, я не знаю, может. Не, ну тебе идет этот такое пантомимка. Со всех сторон, и я пытаюсь от этого избавиться, там, ну, как вариант. У тебя просто это хорошо получается, поэтому это может быть такая штука. Фум. Бам. Да. Там даже два можно было бы. Классно. Два. От нее. Фум. И тебя сзади. Да. Такое же все образное, все такая дурдомка, да? Это, в общем, символ человека в сумасшедшем доме. Он вообще думает, что у него мир перед ним. А на самом деле он живет в маленькой коробке. В этом есть хорошая очень философия. Вышел, тут стена. Ну, в принципе, и мы как бы видим, что это весь танец внутри этого, но у него целый мир. Это, на самом деле, очень даже суперски. Хорошо. Мне очень нравится. Может быть, петлями пойти? Мне нравится такой, знаешь, прям такой опять психанул так. Просто надо как-то выброситься из этого. Мы показали. Фум, и вот я там прям такой, ты сюда резко. Нет, не-не-не, циркуль был лучше. Он прям такой был, более такой неожиданный, вообще неожиданно психованный. Раз. Нет, ты сейчас стал кататься, а что ты не хочешь на этом остаться? На коньке. Фум. Во, вот это красиво, вот правда красиво. В нем есть такой птичий. Раз. Да. Да. Ну и может быть какую-то здесь сразу. И пойдем. Какую-то вот еще ножками. Тогда уходи сюда. И вот отсюда начинаю эту. Фум. Пам. Пам. Да. И пойдем. Фум. Тш. Вам. Вам. И пошел. Фам. 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 Хорошая там штучка вот эта коньковая. Вот эту переднюю попробуй вот сюда назад. Раз, два, да, три. Хочешь так? Ну, мне просто хочется, чтобы вот это было... Это хорошая штука, иначе очень просто. У тебя классный въезд здесь получается. Раз, а потом просто, ну... Раз, два, три. Пам. Ну, так еще лучше. Рам, фам, пам. Нет, в другую. Раз, два, да. Ну вот это было интереснее. Ух ты, класс. Измучил парня. Час 20 делаем вот эти шаги. Фам. Раз, два. Раз, два, три. Вышел на меня. Четыре. Фом, фом. И вышел. Музыку скупаную, тебе пришло. Хорошо. Да, как мне кажется. Ладно, ладно. Потому что мне вот начало очень нравится, вот эта вот штука в итоге. Заход раз, два, три, побежал в этом самом психическом угаре, да. Одна, другая, помнишь, да, и по низу. Надо чуть сюда. Раз, два, четыре. Надо через тройку, да. И здесь что-то поставить на акцию еще. И здесь? Да. Да, на это хорошо. Теперь, знаете, что еще я бы думал сделать? Давайте пофантазируем.
скрипки? То есть из края музыка, и там, где скрипку сделали. И можно, смотри, даже на теле сыграть. Да. Вот так. Да, только рукой она только, чтобы управляемая. Не клоуна это был. Да, она управляемая. Не клоуна это, но больше здесь, конечно. Ну, лучше, да. Результат. Лучше здесь. Хорош, хорош. Вульгарное копирование поз и движений сумасшедшего мы не будем делать. Это очень интеллигентно внутри. Ты из Питера, и ты из, тоже и сумасшедший дом находится в Питере. Очень изысканно это должно быть. И ты это можешь. И стоп, и хватит. Это хорошо. Здесь тоже на аксель идешь, не бросай. Не бросай образ. Миша, еще сильнее. Еще сильнее. Как будто что-то ты потерял. Только смотришь, чтобы свей не был, напомню. А потом елки пал. Да. Нет, а где же все? Где же письмо? Любимый, где же оно? Там, здесь. Душевно больные личности всегда были гениальны. Если почитать историю, кто поехал головой, то это были все люди... Испанских художников, да, посмотри. Да, это все люди, которые с другой планеты. И они были действительно очень... Посмотри в Врубеля. Да, кстати, выставка сейчас, ты знаешь, да, выставка, впервые за 100 лет в Русском музее надо сходить, ну, до конца августа. Я сейчас пойду, выставка. Приеду тоже, пойду, вот хочу сходить. Представь, что ты... Где-то Врубель. У Врубеля же этот демон был, да? Кстати, в этой картине ты можешь найти и свой образ. Ну, там же внутренний, там же не образ, как сказать, который там на картине изображен, а образ внутри душевного человека больного. Надо
надо выжимать из фрагментов. Так сейчас спортивный момент, вот эти разбеги, они погасили художественную составляющую, психическую патологию, немножко поярче выразить. Где-то мы стараемся ее подавить, чтобы не было гротеска. Здесь надо найти не шаговые, а внутренние ощущения позы, чтобы оно сработало. Здесь хорошо легла скобка и двукратная тройка потом. Я потому что сделал там, там, там. Там. И потом двукратная троечка очень хорошо. Ну, может быть, не во время твизла, может быть, руками не двигать особенно, просто их задержать, да, и он тогда просмотрится лучше. Да. Мне понравилось, когда вот ду-ду-ду-ду-ду. Скрипка и фортепиано – это два здесь ведущих инструмента. Их надо отразить. И это люди оценят.